будущей девушки. А у будущей девушки пися делает вот так. Я влоги записываю. Ну что, не смотри. Котенок! Ты меня хочешь, привлекаю секси шмотками. Котенок! Сегодня 30 декабря, мы зараз идем в Ашан покупать продукты к Новому году. Нормальные люди это уже сделали, говорит будущая девушка. Еще у нее начались месячные, и она очень нервная. Говорит, что я дурак. Пойдем, говорит. Котенок. Я не за, я котенок. Котенок, пойдем. Пойдем. Открывай мне дверь, сука. Баешь, строишь грозный взгляд. Котенок! Котенок! У людей там вон романтика на капоте. Котенок! Котенок! Мы наворовали камушков. На Лукьяновском маке наворовали камней. Возле Макдрайва вот такие квадратные. Котенок! Мужчина должен выглядеть красиво. Они как непонятно что. Напялила ту кепку. Котенок! Мы приехали на любимую борщаговку за продуктами. Всех с наступающим Новым годом. А вы заметили, в этом видео нет рекламы. Но я думаю ее где-то впихнуть, может быть, придумать. Кстати, у меня мерч вот вышел. Лимитированная версия, лимитированная эдишн. Всего лишь 9 штук. Вы такого еще не видели и нигде не увидите. И нигде такого больше не будет. Котенок! Котенок! Будущая девушка, я до сих пор тебе не купил подарок на Новый год. Что тебе подарить на Новый год? Так на Новый год это когда под елку кладут. Бери тележку где-то. О, лень, сейчас на оленя полезем. Короче, напишите в комментариях, только, пожалуйста, скорее. К Новому году вообще ничего осталось. Напишите скорее, что подарить будущей девушке. Короче, в магазинах нет свободных тележек. Будущая девушка бежит за тележкой. Кто-то оставил. Ты думаешь, ее не оставили? Это наебало. Точно, чтобы вот эти вот люди уже сейчас забирают тележку. Точнее, оставляют тележку. Мы должны ее выхватить. Мы стоим, караулим, ждем. Не пойму, что они делают. Ну, короче, надеемся, что тележка будет наша. Блять, вы не поверите. Это шел на секундочку. Посмотреть, где же потерялась будущая девушка. Разворачиваюсь, а уже спиздили тележку. Я ждал ее минут 10. Я раздобыл тележку, вот наш списочек. Трахнуть заю в попу. А где у вас здесь трахнуть заю в попу можно? Не подскажете? Заю в попу трахнуть нужно. Но я-то выкупаю, что смотришь. Это пиздец, мне вино не продали. У меня документов нет, а будущая девушка тебе не продают. Последний раз пил вот в прошлом влоге, где я с Лебедевым был. Немножко выпил, а до этого у Черновецкого, у Вишневского на дне рождения. Раз в месяц, по чуть-чуть. Привожу себя в порядок. Не курю, не пью, занимаюсь. Спортом не занимаюсь, но занимаюсь чем-то. Пиздец, вы видели когда-то пузатый манекен? Что подарить будущей девушке? Пожалуйста, напишите в комментариях. Я выложу этот влог 31-го в первой половине дня. Помогите, пожалуйста, напишите, что ей подарить. Она уже под елку что-то положила, я видел. А я, блядь, долбоеб, как обычно. Ух, такой секьюрити здесь охуенный. Блин, вы посмотрите. Бля, он так ходит прикольно, еще я за ним похожу. Строишь грозный взгляд. Но я-то выкупаю, что смотришь на мой зад. Эй, экранник, не купи, нужен ближе, подойди, не нужно так стесняться. Пожирательница моего контента. Я ролики надел. Ого! Время секса до часа движется.
Ой, не секс. Сейчас, секундочку. Сколько вы говорите? 5 минут? Сейчас мы ее вернем. Стоп. Бля, не помогает. Сестра, что стоите? Помогайте. Наслаждайтесь каждым мгновением своей жизни и ничего не откладывайте на завтра. Помните, живем один раз. Как в этом, в каламбуре, вы помните? И она там летела так. Давай еще. Давай еще, я вижу головку! На папу похож. Такой же долбоёб. Я вот говорю, просто будущая девушка, вот я смотрю в зеркало, я такой красивый, я такой красивый, что это просто невообразимо. Ну, потому что я пить перестал. Я просто вы посмотрите. Раньше была морда распухшая, как у черепашки-ниндзя, как вот эти «Давай поженимся» приходил, помнишь, черепашка-ниндзя такой? То вот реально, вот я когда набуханный, вот такая морда. А сейчас просто посмотри, просто, и то, это даже без макияжа, замученный, уставший, сонный, невыспанный. Мне будущая девушка посылает эти воздушные поцелуи мне в трусы. Выпустил новый мерч. Заказать его можно в моем магазине в Инстаграм. Доставка по Украине и, возможно, доставка по другим странам. Конечно, да, она будет дольше, она будет дороже, потому как пересылки, сами понимаете. Но заказать можно вот здесь. В чем фишка? То, что будут бирочки пронумерованные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Копий не будет, ты покупаешь свитшот, он у тебя пронумерованный, и ты понимаешь, что такого ни у кого нет. Все нахуй. Фишка в том, что будет всего 9 свитшотов, и кто не успел купить, тот опоздал. То есть повторной партии не будет. Дальше будет что-то новое, что-то другое, и все будет выходить в каком-то минимальном ограниченном количестве. Цены на свитшоты максимально адекватные, чтобы вы могли просто их покупать. То есть я делаю это не для того, чтобы зарабатывать, а скорее для того, чтобы просто для ценителей. Вы раскупаете эти свитшоты, дальше может быть что-то будет новенькое. И тоже в каком-то ограниченном количестве. Не каждый досмотрел это видео до конца, а тем более будет читать текст. Поэтому написала его именно для истинных ценителей.